Всем привет, народ. Сегодня я получил посылочку с телефоном Motorola. Так, душа, чмокаю, не обращайте внимания, тут конфеты макчу от горла. Заболел немного. Вот, ну, прислали, конечно, в такой говняной коробке, просто ужас. Раньше присылали. Ну, сейчас, в принципе, бывает присылают фирменные. Таких коробок присылают редко. Но все же, и она бывает. Не очень приятно. Из комплекта только одна зарядка. И сам телефон. Телефон у нас вот такой. А телефон у нас Motorola V8. Металлический корпус. Золотистый. Вот такой. Ну, выглядит, конечно, хорошо. Единственное, что меня смущает, это вот эта вот черка между крышкой и панелькой. Крышка это съемная у нас. Снимается. Вот такая. Батарейка, все дела. Разъем под сим-карту. Ну, в общем, ничего примечательного. Все как всегда. А вот то, что не до конца закрывается, это, конечно, косяк. Не очень хорошо. Но так в целом, общий вид телефона очень даже хороший. Выглядит, конечно, солидно. Не знаю, на камеру он как-то по-другому выглядит. Какой-то более пластиковый. Вживую смотрится гораздо лучше. Сейчас мы включим. Тут два экрана, как вы могли уже заметить. Есть камера. Есть такой, как бы, этот самый, как бы это выразится, датчик, что ли. В общем, оповещение, что Bluetooth включен, и зарядка. Вот. Такие маленькие штучки. Не знаю, зачем мы сделали. Поскольку они как бы особо не нужны. Вот у нас включился телефон. Такой видно у нас экранчик здесь. Тут у нас кнопочки. Кнопка регулировки громкости. Тут какие-то кнопочки. Или, а, нет, это не кнопка регулировки громкости. Это переключение режима. Угу. Да, это с тихого режима, там только вибрация, без шума и так далее. А вот это громкость, наверное. Тоже нет. А это тогда что? Стиль оповещения изменит только на вибрацию. Вибрация и нула. Что-то непонятно. Ну так, а вот разъемчик у нас для microUSB. Это под зарядочку, поскольку у нас идет microUSB. Так, ну вот, сам короче, русский язык уже здесь стоит. Можете убедиться в этом. Вот он. Такой вот у нас телефончик. Ну, собственно. Собственно, все. Больше ничего такого-то и нету. Обычный телефон. Ну, так, внешний вид, в принципе, неплохой. Таскать можно. Все, всем спасибо, пока.